В Кашкабельском районе с марта 2022 года были развернуты пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных беженцев с юго-востока Украины, которым была оказана помощь жителями района. В октябре-ноябре данная акция продолжалась для детского дома «Малютки» Херсонской области, куда неравнодушные жители района собрали 1857 единиц детских принадлежностей – бутылочки, памперсы, пеленочки, питание и тому подобное. На сегодняшний день это третья волна сбора гуманитарной помощи. В связи с прибытием в Республику Адыгея более 500 переселенцев из Херсонской области, муниципальным штабом Всероссийской акции «Мы вместе» был организован сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев. Собраны различные предметы личной гигиены, предметы первой необходимости для взрослых и детей, канцелярские товары и теплые вещи. Администрация района выражает огромную благодарность всем неравнодушным жителям района, которые принимают самое активное участие в каждом сборе гуманитарной помощи. Всем структурным подразделениям администрации района, комплексному центру социального обслуживания, главам сельских поселений, общеобразовательным и дошкольным учреждениям района.